Всем привет, продолжаем играть в Властелин колец битву воинств. Так, отчеты. Двести тридцать пять на 134. Вроде неплохо. Ну, в общем-то, вот такой вот отчет, да. Больше всего Эомер здесь выдал. Вот, ну этот плиткочист продолжает там. Надо бы, кстати, вообще позахватывать по-хорошему плиток, а то просто ресы. Тупо ресы медленно. Очень восстанавливаются. Не помешало бы. А то мне сейчас ресурсов, по сути, не хватит. И на солдат. Ну, с этим, конечно, проблема. Хотя здесь, в принципе, есть. Наверное, какие-то. Эти вот 90-е всякие. Пока здесь все равно сейчас через 4 минуты обновится сутки. И нужно будет задание делать. Так, по отчетам. 210 на 180. Такая вот экипировочка. Ну, по большей части фиол, хотя и голдаун норм есть. Неплохо, кстати, хамл накидывает. 42, тень 50. Это раз отчет. Следующий отчет у нас вот такой. Тоже немножко в мою пользу. 170 против 218. Ну тут шмот такой. Поставил, что было. И вот еще. Одни и те же герои на самом деле, да. 235 на 146. А с этим уже дрались. Ну, такие вот отчеты. На зле, конечно, поинтереснее отчеты слегка. Там... как-то не знаю. Успехов больше. Хотя там и китовые гномы. Довольно таким. Так, ну здесь, наверное, пока что все, ладно. 2 минуты до ресета я уж не буду ждать, потом сделаю. Так, смотрим, что у нас тут. Ага. Это вот последний отчет. 235 на 191. Ну, неплохо, учитывая, что здесь даже Т4 есть. А, даже так. Неплохой дайн здесь. С своим топором. Не знаю, по-моему, ему топор не очень идет. Как будто бы вот он с молотом ходит. Пусть и ходил бы. По отчетам. Есть вот такой отчет. 228 на 160. Здесь фулл голда дайн, фулл фиол Гэндальф серый. Гиль тоже в золоте. Ну и Гимли в фиоле. Неплохо, кстати, 75 накинул. Лично его урона там 53. Эу. Чё игра? 116 на 237. Ну тут экипировка неплохая, да, но... набор героев, конечно, странный. Не метовый. За что, в принципе, наверное, респект.
Лучше бы разрабы, конечно, этих героев апнули. Да, кстати, надо вот это забрать. А далее, 146 на 121. Но это уже раненый получается, да? Да. У Азуру нормально там накидывают. А золото, фиол, фиол. Короче, как-то так. И крайний отчет, который у меня был, перед тем, который я показал. Первым. 176 на 200. Гендальф с орлами. Ну, кстати, Арагорн тоже неплохо накинул. Для своих 125 силы и 37 урон. Практически фулл фиоле 66 тысяч. Из них его урон 48. Неплохо, в принципе. И Боромир здесь еще. Но Боромир, не знаю, такое. Не сказал бы, чтобы что прям вау-класс. Опа, огонь для Саурона. Окей. Кстати, я заметил, в последнее время как-то чаще, что ли, стала падать репутация. Не знаю, то ли так все смешивается со светлого аккаунта и с темного. Перемешивается из-за этого, путаю, может быть. Но как будто бы реально чаще начало падать. Кристаллов просто какой-то неиссякаемый источник. И не помню, когда у меня в принципе столько было. Наверное, когда мне подарки дарили на аккаунт. Когда закидывали кристаллы. Кстати, наверное, все эти люди уже не играют. Донатеры. Скорее всего. А может и играют, не знаю. Но поуходило людей немало. Давай, Баба Глаша. Советов вообще перестали давать опыт. Вне зависимости от стадии игры. Да, кстати, карта у нас вот так выглядит. Тут Гондор против Мордора дерется. Здесь... кстати... Садники крепости, чего? А почему она, кстати, отмечена таким большим значком из темнет? Как будто столица. Не, вообще, как бы в Истемнете есть, конечно, один город. Альдборг, ну, по-моему, называется, который был первой столицей Рохана. Его Эорл еще основал, но. Вроде не он. А может и он. Он в Истемнете тоже находился, по-моему. Этот город. В общем, у нас на переправе тут с гномами продолжается суета. А, тут еще Рохан, кстати. Не вижу урон, чтобы сражался. Но они вообще зажаты. Они со всех сторон окружены. А тут я смотрю, то ли какие-то качели, то ли постепенно эльфы пробиваются. То есть как будто бы они побеждают Ангмара. Кстати, может быть, Рохан будет драться еще и с этими. С Арнером. Вот это под вопросом. Потому что они с этой стороны. А. Ну, кстати, нет. Походу. Порты спокойно строятся. Значит, нет.
Так, на переправе у нас что тут? Много гномов здесь стоит. Довольно-таки. Хотя раньше, я помню, в одной армии там по 100 армий могло быть в одном месте. Сейчас, конечно, сильно изменились составы. Сейчас такое количество армий, наверное, физически невозможно. Никто столько пачек не прокачает. Разве что только от винкарей каких-то посылать, пугать количеством. Так, лимит обновится завтра. Ладно. Надо кому-то залить свитки. Допустим, тебе. Поехали. Повелитель падших. То есть такая вроде пачка с ДД уроном командиров, но при этом еще есть и плюшки для саппортов. Но здесь ресов хватает, благодаря гильдии. То, кстати, мне нравится. Это для меня очень сильно убирает вот эту вот духоту с захватом плиток. Я могу особо много не захватывать, у меня все равно будут неплохие приросты. 18-й пункт призыва нужен. Надо лимиты расширять. Так. Один фиолетовый. Но здесь еще надо два уровня. До 40-го, чтобы вкачать. Не, подожди, не для Саурона. Для скалки веток нету, но я коплю предметы, буду найти ветки, менять все остальное. Ладно, в принципе, я думаю, пошлю опять. Как минимум сюда, для начала. Продолжим добывать отчеты. Так, тут я все построил. Ну, в принципе, да, вот такой вот у меня расклад. Продолжаем сражаться, посмотрим. Там в итоге закончится сезон. Гномы, конечно, кольцо окружили. При том, что они еще не позахватывали регионы тут, которые... Или этот регион нельзя захватить? Вроде можно. А, озерный город. Чтобы контролировать эту территорию, нужно озерный город взять. А он нейтральный. Забавно. Раньше он всегда принадлежал гномам. Теперь нейтральный. А что касается Дейла? А Дейл тоже нейтральный. И он отмечен. Ну это так, чисто контрольная точка. Ну, в общем, как-то так. Такой вот получается расклад. На этом у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. До встречи.